Синтез разных видов искусств становится все популярнее. Если раньше посетители художественной выставки могли только увидеть картины, то теперь они могут их еще и прослушать. В творческом проекте «Мистерия образа и звука», поющие вселенной Кирин, зрителям представит новый формат творческого взаимодействия. Ключевая идея – показать синкретизм музыкальной и изобразительной составляющих, а именно озвучить керамические картины художницы Татьяны Веденеевой. А вот эти полотна, которые представлены здесь, база моего искусства – это графика, графические работы, графическо-философские все сопровожденные текстами, потому что оно не декоративно прикладное мое искусство, а больше именно про сознание. На выставке к каждому полотну прилагается QR-код, перейдя по которому можно подробнее узнать о картинах. Как правило, в сопровождающем тексте отражены философские мысли или высказывания, позволяющие глубже понять суть изображенного. Но организаторы решили пойти дальше, показать зрителям, что картину можно еще и услышать. Идею то, что вот живопись можно совмещать с музыкой, она пришла мне очень давно. Ну и я считаю, что вообще тенденция современного искусства, она в тяготении к синкретизму, то есть совмещению некоторых жанров, их симбиозу, их какому-то взаимопрониканию. В рамках проекта будет разыграно целое представление. Эффект воздействия на зрителя планируется достичь с помощью естественной акустики пространства, живого музыкального исполнения, игры света и пластических этюдов. У проекта не было названия. Он сам по себе был, была идея. И вот Александру Загадкину пришла в голову идея. Он музыку знает хорошо, хорошо знает Скрябина. Он говорит, это должно быть мистерией. Потому что Скрябин мистичен. Здесь тоже все мистично. Торжественное закрытие пройдет 3 сентября в 6 часов вечера. Организаторы ждут всех желающих. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.